Второй или третий трек. Не, именно... Ну, это все в один этап времени. Да, да. Потише. Потише? Слышно громко еще? А звонят двери же? Блядь, ну что у тебя за ЖК говна ебаного? Поехали ко мне нахуй. Бля, бро, пацаны, ебать, пизда, блядь. К нам менты приехали, ебать. Да, время. Ну, давай толпой выйдем. Да похуй, пошлите. Я знаю французский. Нет, уже. Нет, мы нихуя не сделали. Кроме того, как в разъебашку. Да, да, пусть Симпа говорит. Пусть он не чувствует себя слабаком ебаным. Мы вообще химики. Сейчас шеф ебал. Давай, с бокалами выйдем, давай. Если что, я депортируюсь, пацаны. И поэтому сейчас три вот таких выходят на одного мента. Ах, и Азим такой. Долбоёб ебаный. Долбоёб ебаный, нахуй. Там с ресепсона звонят, говорят, у вас шум, типа, на вас поступила жалоба. И Ваня такой, sorry, guys, we are sleeping, sorry, guys, блядь. Пацаны, я всё порешал, забейте, нахуй. Вырубаю на всю нахуй, опять ебёный. Я говорю, ты так реально? Sorry, guys, we are sleeping. Бро, это полная залупа, я ебал этот ЖК в стены в монолиту. Это что, это вообще пиздец? Не буду, там стена мягкая.